После Путина так же все и останется? Да, Айдар, ну это же послание опять к Путину, да? Я в реальности, я говорю, то, что послание к Путину. Владимир Владимирович, вы можете спокойно идти. Все будет нормально, все будет хорошо и без вас. А на самом идите. Деле? А на самом деле эта система развалится в следующую секунду, потому что Путин это человек, который за вот эти 20 лет своего правления, он уничтожил любые институты, которые существовали. При Ельцине это их было не так много работоспособных институтов, но Путин их всех заменил фигурой Путина. Все. Нет парламента, это ручное управление, нет правительства. И даже президент, он не по должности президент, как показал Медведев. Вот вы можете поставить Медведева президентом, но от этого он не станет главой государства. Глава государства остается Путин. И поэтому, как только Путина нет, государства нет. Не случайно вот Володин гораздо более примитивный и прямой человек, чем Сурков. Он так и сказал, не будет Путина, не будет России. Да, он сказал.